Так, мой менеджер по... Простите. Так вот, продолжим. Мой менеджер по YouTube сказал, что нужно брать в кадр еду, кадр, еда, ну и я. Поехали? Еда, подвинься. Чуть-чуть недосушенный. Но, извините, погодные условия не позволяют, поэтому что имеем? Сорт безымянный. Ем я либо его, либо теткина. А других, знаете, как-то не очень мне. На чистейший разрез, без каких-либо вкраплений. А я ему созерцаю, любуюсь. Водичкой забыла взять, ну ладно. Очень нежно он прималывается. Это, наверное, одно из основных качеств, за что я люблю этот сорт. Даже когда откусываешь большой кусок минуты ранее, не составляет труда перемолоть его, не порезав десна. Для меня это очень важно. Для меня весь процесс поедания заключается в том, чтобы весь процесс был комфортным. Пережевывание, откусывание и так далее. Вот за это я ценю этот сорт просто безусловно.
ту же самую манипуляцию, например, с тем же самым моим сортом Линска, сделать я не смогла. Я бы уже разорвала бы себе десна. Может быть, это у меня такие чувствительные. Может быть, не знаю, я когда пережевываю, давление как-то челюстями по-другому прикладываю, да? Ну, уже замечено. На канале TikTok, которого, да, уже не стало, было видео неоднократное, где я откусывала аналогичные большие куски Илинского. После чего мне требовалось... Может, укаливайте что-то. К деньгам, к заказам, наверное, можно. Дня 4 на восстановление ран во рту. И поэтому мне нравится, как хрустит Илинска. Но в то же самое время не было ни разу, чтобы я беззаботно похрустела им без, скажем так, вот причинения себе увечий. Поэтому, к сожалению, это мой идеальный вариант. Или к счастью.